Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тема лекции Вирока наша следующая. Мы говорили, что данная точка IG-80 ухая состояние миллиона тонкого кишечника активизирует, то есть лечит все болезни внутреннего угла глаза. Сегодня наша лекция наоборот, но с примечанием, что данная точка IG-80 ухая тонизирует, активизирует, пробуждает, наполняет энергию наружную часть глаза. Пожалуйста. Наружную часть, не внутреннюю, а наружную, но активизирует. Когда можно данную точку использовать? При всех болезнях глаз. Если диагностика 12 меридианов показала, что все меридианы слабые, вялые, они формируют хронические болезни вследствие этой слабости, вялости у человека, что проявляется это болезнью, заболеванием глаз, либо болезнями глаз. Это ячмень, это конъюнктивиты все различные, это катаракта, которая начинает зарождаться. Вот, это дискомфорты и боли в области наружной части глаза правого и левого. Это все различные воспалительные процессы, которые начинают у человека проявляться в наружной части глаза. Это удар глаз. Вот, и не только. Поэтому, уважаемые зрители, если у вас есть проблемы, либо начинаются проблемы с наружной части глаза, пожалуйста, данная точка IG-80 OH методом тонизации нужно воздействовать на эту точку, методом тонизации, активизации, вследствие чего она активизирует наружную часть глаза, вследствие чего вы призовете энергию ЦИ, которая придет и природным способом устранит ваши недостатки. Но если у вас этого не получится, то болезнь уже, скажем так, вселилась в вас, и здесь уже нужно и необходимо провести диагностику 12 меридианов, дабы призвать в помощь не только состояние меридианов тонкого кишечника, но и другие меридианы, которые здесь проходят. Вы можете посмотреть, какие меридианы циркулируют в этой области. Они также что помогут вам всеразличными методиками активизировать наружную часть глаза, либо боковую. Спасибо за внимание.